everyone, welcome to our channel Ukraine.com. I'm Kate, I'm your personal assistant on this site, and today I want to show you one of our beautiful girl, Alya. So keep watching. Click like and subscribe to our channel, Ukraine.com. What is the difference between Ukrainian and European men? Ну, разница в том, то, что, во-первых, разный менталитет, и иностранные мужчины, они более воспитанные, и среди них еще остались, как говорится, джентльмены. То есть они всегда уделяют женщине внимание, помогут, если надо ей. То есть даже самые элементарные вещи, даже откроют ей дверь, как говорится, в магазин или в подъезд помогут. К сожалению, наши мужчины этого забыли, и наши мужчины не так серьезно относятся к браку, не так уважают ценности семейные, то есть традиции. Иностранные мужчины все-таки это ценят, и в этом, конечно, им большой плюс. What are the main causes of divorce in Ukraine, according to your opinion? Что является причиной? Причиной является то, что, скажу это как со стороны врача, который сама медик, скажу так, что люди просто, говорится, не садятся за стол переговоров, потому что если идет развод, то виноват не кто-то один, а виноваты оба. Потому что часто бывает так, что затаили обиду, и мы не говорим об этом, или говорим со скандалом. А это как раз не нужно, нужно просто садиться за стол переговоров и объяснить друг другу, что не нравится в поведении или в поступках. И поверьте, это бы дало бы больше шансов на то, чтобы мало того, чтобы понять еще лучше друг друга и сохранить семью. Но, к сожалению, сейчас люди действуют на эмоциях. Вот не так сделал, вот все, и не хотят как бы понимать и слышать друг друга. И это, конечно, вот я считаю, что одна из самых главных проблем разводов, потому что люди не слышат и не понимают друг друга. Are you ready to move to France or to another country? Tell me, please. Да. Да, если я встречу своего мужчину, то, конечно, я. Do you want to work abroad or you will prefer to take care of your family at home? Конечно, семья и дом на первом месте, но так как не только женщине нужно развиваться, не заниматься только, как говорится, домом и семьей, потому что это становится очень скучным. Скоро вот такой человек, как я, мне, например, нужно еще большее пространство. Нужно все равно общаться с людьми, как говорится, работать, потому что дает нам развитие еще лучшее. Мы понимаем менталитет этой страны, мы понимаем, как люди общаются. И это тоже новая сфера, новое как бы знакомство со страной, тем более хочется, чтобы, как говорится, любая женщина – это визитная карточка мужчины. То есть, и поэтому хочется, чтобы представлять своего мужа, чтобы он гордился тем, что у него жена, которая действительно может его показать в обществе. И это, считаю, очень важно, чтобы женщина была в обществе. What job do you like and which branch would you like to work? Ну, я сама провизор, но работаю в международной фармацевтической компании. Может быть, даже бы и работала в своей отрасли, или открыла, может, свою аптеку бы и, как говорится, помогала бы людям быть более здоровыми и более качественно лечиться. Или ушла бы в искусство, потому что искусство – это тоже неотъемлемая часть жизни, и бывает даже живопись, мало того, что доставляет удовольствие, а также это приносит и прибыль, к тому же это приносит радость другим людям, потому что они восхищаются этими картинами и хотят тоже участвовать в искусстве, тоже это хорошо. Сфер очень много для развития, можно быть кем угодно. Все зависит от мужчины, как он поддержит. What kind of character traits are most unbearable for you? What can't you forgive? Никогда бы не простила обман, потому что отношения на обмане не строятся. И, скорее всего, никогда не простила бы, наверное, измену. Потому что мы все хотим, мы все собственники. И, как говорится, конечно, не хочется потом оказываться обманутым. И, конечно, это обидно и больно, когда вы видите одному человеку, а он вас дает и доставляет неудобства. Поэтому, думаю, это самое ужасное качество, с которыми смириться, я думаю, ни одна женщина бы смогла. Я поняла. Скажите, пожалуйста, как вы считаете? Do Ukrainian women cheat more than European women? Tell me, please.
Я считаю, что опять-таки в измене виноваты оба. Потому что опять-таки недоговорки, непонимание. И когда, вот почему расторгаются, как вы спросили в предыдущий вопрос, браки, из-за того, что мы ищем новых эмоций на стороне, вот из-за этого. Я считаю, что если посмотреть, то люди, я считаю, одинаково везде изменяют. Просто если они не довольны своей жизнью, своим партнером, они идут на это. Вместо того, чтобы поговорить и сказать, что не устраивает, начинается... Так. What are the essential qualities that a man should have? Прежде всего, я люблю это честность, целеустремленность и мужчину, который меньше говорит и больше делает поступки, потому что именно поступками мужчина показывает, насколько ему важна и цена этой женщина. А мы, женщины, естественно, любим побольше поговорить, поэтому... Could you fall in love with a school sports teacher or would you like to have a serious relationship with a more determined man? Или вам хотелось бы, чтобы этот мужчина уже чего-то добился? Конечно, хочется, чтобы он чего-то добился, чтобы могли вечерами хоть проводить приятные беседы, потому что иногда хочется не только иметь красивого мужчину, но и очень умного, с которым хочется рядом чувствовать себя действительно хрупкой, нежной женщиной, маленькой девочкой, которой можно учиться многому. И, конечно, ум мужчины – это самое главное, что может быть. Это самая привлекательная часть. Скажите, would you like to learn the French language? Английский, и готовы ли выучить французский язык? Да, я знаю английский язык. И, конечно, бы смогла выучить французский, если это, конечно, это не проблема, если нужно. Would you like to live in an apartment, a city center, or in the countryside? Скажу честно, это не важно, где жить, в доме или в квартире. Главное, чтобы это был комфортный, уютный дом, куда хочется вечером прийти, где есть любимые люди, кто тебя сильно рад видеть, где тебя ждут. Это самое главное качество. Конечно, хочется иметь большое пространство, потому что у каждого человека есть свои хобби, как говорится. У каждого человека должна быть маленькая своя территория, как говорится. Так что вот так. Я поняла. Скажите, пожалуйста, what is the attitude toward the children of your future husband? Tell me. Дети, скажу честно, это хорошо. Ну, как говорится, почему бы и нет? Смотря опять-таки, какой возраст, потому что дети – это маленькая личность, которая должна расти, которая, естественно, должна видеть хорошие отношения в семье. Поэтому я считаю, не против, конечно, и хотелось бы еще и своих иметь. Do you have children? Лариса, его нету. Do you want to have kids? Может одного, может двоих. Это все опять-таки зависит от мужчины. Tell me, please, what is the secret of love and the happy, serious relationship with the Ukrainian girl? How to find passion in a couple? How to live an eternal love and be happy with the Ukrainian girl? Вечно. Я поняла. В отношениях важно, как говорится, скажу, есть фундамент, и самое главное это в этом фундаменте это уважение, понимание, конечно же, и честность. После этого всего, когда вы откровенны с человеком, вы понимаете друг друга, вы цените и уважаете друг друга, то после этого, естественно, появляется любовь. И тогда этот фундамент будет очень прочный, и это будут настоящие искренние чувства. И они никогда не затухнут, если люди услышали друг друга, поняли не просто искра, а действительно нашли именно свою душу, то эти отношения продлятся вечно. Я поняла. И последний вопрос. Sex stability of something romantic. What is the most important to you and why? Tell me, please. Сказать, что для вас является на пьедестале и... Оно все является на пьедестале, как говорится. Нет того, что можно что-то отделить от чего-то. Это все важное, как говорится, в отношениях, и, естественно, и семья, и секс, и все. Все это нужно. И без этого, как говорится, но все должно быть в равных пропорциях, желательно в равных. Потому что если что-то переборщить, оно будет не так хорошо.